Привет, мои друзья! Добро пожаловать на мой канал Королевство Норвегия. Наконец-то долгожданное видео за рулем. Меня мой подписчик Александр. Привет! Вы меня спрашивали, почему же даже нет видео за рулем. История такая, что у меня в машине сломался кондиционер. Самое интересное, что, если вы помните, какое-то время назад я загоняла машину на СТО. Мне закачали газ, который вытек. Это мне стоило почти 200 евро. Тогда не было возможности проверить кондиционер, потому что было прохладно и как бы была потребность в теплом воздухе. Сейчас жарко, и из кондиционера греет горячий воздух. И мне для начала нужно остудить салон, после чего на минимальных оборотах будет выходить более или менее прохладненький воздух. Я уже еще раз отвозила машину на СТО. За день они не нашли ошибку, хотя прогнали по всем компьютерам, программам и что у них там есть, они ничего не нашли и не смогли, естественно, исправить. Им нужно больше времени, а я не могу себе позволить быть без машины больше 2 дней. Мне как-то надо набираться до работы, и чтобы использовать общественный транспорт, мне нужно подниматься в 5 утра, и я приеду на работу буквально за 10 минут до начала уроков, что меня совершенно не устраивает. Поэтому я сижу и чувствую себя как кексик в духовке в этой машине и румянюсь. И, конечно, никаких видео за рулем речь идти не может. Вот сейчас я сижу на парковке и остужаю машину. Открыла все окна, но особого эффекта это не приносит, потому что невозможно сидеть за рулем. Я как крутой парень на селе еду с открытыми окнами. Знаете, ощущение, что я еду по селу в модифицированном «Жигули». Ну вот как только начнет холодный воздух выходить, все на минимальных оборотах здесь стоит, сразу я и поеду. Сегодня, друзья, у нас суббота, и после моего утреннего видео, вы уже посмотрели, еще нет, да, идите, смотрите. У меня небольшой шопинг-тур. И я сегодня заехала специально в магазин Азиамат, хотела снять, но забыла, много было людей. Азиамат — это магазины для иммигрантов, и не только для иммигрантов, но в основном там можно найти экзотические продукты такого плана, как сгущенка, зефир, пряники и всякого такого заморского, чего не найдешь в Норвегии. Вы знаете, что я там нашла? Я прямо облизалась. Вот я уже, наверное, не знаю, года 3-4 точно не ела такую сушеную рыбу. Потому что таранку в Норвегии не продают, только вот в таких магазинах. Я вот сегодня купила упаковочку, друзья, и с таким удовольствием я ее жую. Она еще полежала в теплом салоне, стала такой мягкой. До этого она в холодильнике была. И я просто наслаждаюсь этим продуктом. И счастлива, как паровоз. Не хватает, знаете чего, сладкого чая. Не пива, а сладкого чая. Ну, в данный момент у меня минеральная вода. Вот так. Вот, ну, зачем я ностальгирую, это вот за такими продуктами, друзья. Не зачем больше. За черным хлебом. Тоже в Норвегии тоже нет. Который я покупаю в магазинах для мигрантов. Вот украинского хлеба мне не хватает. Есть балтийский, похож чем-то на бородинский. Но не то. Не то, как то совершенно. Ну, немножко обмануть ее вкусовые рецепторы можно. Не могу удержаться, извините, друзья, что жую. Это вкусно, это вкусно. Когда ты не ел эту гадость так долго, лучше красной икры.
Так, друзья, потихоньку я буду двигаться дальше. Невозможно. Невозможно сидеть в этой машине, жарко. И буду сегодня готовить еще, знаете что, пиццу на гриле. Ну что, если у меня будет время, возможность, я этот момент засниму. Что вы не говорили, что Катя, мало видео, где ты пропала? Сегодня я вас буду заваливать видеоми. Видеоми. Ой, с меня еще тот иммигрант. Окей, мои хорошие. Жрется как жвачка. Не забудьте меня поддержать. Пальчик вверх. Подписка, если вы еще не подписаны. И до новых встреч на моем канале Королевство Норвегия. Всем пока-пока.